ТИС изменила порядок назначения собеседований на получение убежища в США. Начиная с 29 января 2018 года, отдел предоставления убежища, входящий в состав службы по гражданству и иммиграции, при назначении собеседований и проверок будет отдавать приоритет самым новым заявкам. Об этом сообщается на сайте ведомства. Такой подход к процессу предоставления убежища уже применялся в период 1995 по 2014 год. После этого было решено рассматривать старые заявки раньше, чем новые. Такое изменение формирования графика собеседований и проверок позволит быстро отсечь заявителей, которые пытаются использовать длительный период между подачей заявки на убежище и непосредственным началом ее рассмотрения исключительно для получения разрешения на работу путем подачи необоснованных, мошеннических или иным образом безосновательных заявлений на предоставление убежища. Отдавая приоритет новым заявкам, USCIS сможет незамедлительно выявлять таких лиц и начинать процесс депортации, что уменьшает стимул для других соискателей возможности работать в США и подавать необоснованные прошения о предоставлении убежища. Этот подход также позволит USCIS более быстро и эффективно принимать решения относительно квалифицированных соискателей убежища. В настоящее время USCIS планирует формировать расписание интервью о предоставлении убежища в таком порядке. Первый приоритет – заявки, по которым уже были назначены собеседования, но интервью пришлось перенести по запросу заявителя или по решению USCIS. Второй приоритет – заявки, которые находятся в режиме ожидания начала процесса проверки 21 день или меньше. Третий приоритет – все другие ожидающие утверждения заявки о предоставлении убежища. Собеседования по ним будут назначаться после завершения работы с новыми заявками. USCIS отмечает, что уровень рабочей нагрузки и другие моменты могут повлиять на возможности ведомства назначать собеседование по новым заявкам в рамках 21 дня. Но тем не менее, цель состоит именно в этом. Кроме того, ранее подавшие заявки соискатели убежища могут отправить запрос на срочное собеседование, решения по ним будут приниматься в индивидуальном порядке. Для претендентов на получение убежища, которые живут вдали от офисов USCIS, собеседования будут проводиться в так называемых выездных офисах.